Да, то есть даже если утверждение «у меня в руке стакан» по совпадению соответствует реальности, все равно утверждение о том, что у меня в руке, я считаю, что у меня в руке стакан из-за того, что у меня в руке стакан, ложно, потому что я считаю, что у меня в руке стакан не из-за того, что у меня в руке стакан, а из-за того, что я нахожусь в иллюзии, которая заставляет меня считать, что у меня в руке стакан, да, вне зависимости от того, есть ли у меня стакан в руке или нет. Если вы этого не поняли, вы тупой просто, слишком тупой, вам не нужно заниматься философией вообще.